А зачем? Хорошая же! Не, я понимаю, что белорусы всем хорошим по одному разу не пользуются. Но, ребята, серьезная игра. Вы вообще команды видели? Вы понимаете, с кем я сегодня играю? С кем? С вами! Да расслабься, это ж КВН, Самара, люди кайфуют. Сейчас что-нибудь про политику покажем, пойдем с наших козырей. Каких козырей? Все в отбой, валет. Но мы отвечаем за международную повестку. Какую международную? Второе слово даже говорить не хочу. Ну, в воздухе висит вопрос. Ну, висит и висит, засохнет, отвалится, не трогай что-то. Ну, всем интересно наше мнение. Какое ваше мнение? Оставь свое мнение на белорусском вокзале. Ну, вообще-то мы команда из другой страны. Какой другой страны? Ну, вообще, да, мы команда из другой страны. Получается, только мы так и можем шутить. Удобно, удобно. Объявляй. Главное музыкальное событие у нас в стране – это славянский базар в городе Витебске, где по традиции выступает главный белорусский исполнитель. Александр Григорьевич, мы готовы начинать. Сейчас распоюсь. Господы, работают президенты. У людей разные. А у нас один. Слабовато сегодня. Ну так нет никого репетиться. О, культиватор. Синтезатор. Ну, в смысле, дорогой. Ну, какие там новости? Латвийский президент открыто заявил, что он гей. Ну, раз новостей нет. Тогда песня про Литву. 3-4. На большом воздушном шаре нам литовцы угрожали. Если вы не встречный ветер, не знаю, в чем бы дело кончилось. Ну, вообще-то Литва входит в блок НАТО. О, есть и такая заготовочка для этих друзей народа. НАТО моё, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в фак. Александр Григорьевич, может, в кулак? Нет, кулак раньше был. Сейчас все на пальцах надо объяснять. Ну, достаточно жестко. Ну так а чего бояться? Мне дали кнопку, никто теперь не рад. А почему вы ничего не сыграли? Нет, в таких темах лучше лишний раз по кнопкам не жмакать. Ну, спойте не про политику, про спорт, например. Ну, что там петь? Олимпиада будет там у них в Париже. Что будет с нашими, я требую сказать. Собрали все ненастоящие мужчины. И настоящих не пускают выступать. Не получилось ни про политику. Кстати, Россия простила все долги Африке. Зря. Может быть, эти советские рубли бы еще пригодились? Ну, спойте про США. О, хочешь загадку? Знаешь, за что на Трампа дело завели? За что? За ранее! Очевидно же. Про Россию буду петь. А можно? А мне сейчас в России все можно. И скорее вагонами, полными эшелонами, что-то возят. Визита Шойгу. Вот за что люблю Россию, так это за то, что не всегда есть план Б. План А
никогда нет, но план Б всегда под рукой. Ладно, вроде бы я готов, пусть слушают. Так мы ничего не записывали. У меня iPhone, все они услышали. Друзья, чему мы показали такой номер? Дело в том, что юмор – это зеркало жизни. Как живем, так и шутим. Как причудлив наш мир в суете в разных дней. Ни секунды не думали мы о грядущем, но прошло 30 лет. Да, а вы знаете, еще в этом году исполняется 20 лет песни группы «Руки вверх», 18 мне уже. Вы ее знаете? Споем? Готовы? Давай! Вашего земляка Дмитрия Садовникова про Самару. Давайте всем залам! О, Самара, дивное творение, капризные девы, чарующий сюрприз. Мы любим Самару! Не, ну, в принципе, «Руки вверх» тоже классика. Да, друзья, признаться, у нас на сегодня тоже юбилей. Дело в том, что наша команда, ну, это чистая правда, сегодня играет свою 160-ю игру в КВН. Это чистая правда. Мы очень рады, что это именно в Самаре, на такой классной площадке с такими, ну, хорошими людьми. Вы знаете, за многие годы в КВН, не больше, чем СОК, конечно, но мы поняли, что КВН — это наш самый большой друг. И хочется ему сказать большое спасибо. Спасибо тебе, друг, за то, что когда-то при знакомстве ты сжал нам руку так сильно, что у нас поменялась линия жизни.